Добрый вечер, дорогие земляки. Сегодня мы празднуем День молодежи. У нас в стране очень много ярких, красивых праздников. Традиционных, религиозных, государственных. День молодежи стоит особняком. На мой взгляд, это, наверное, самый веселый и самый яркий праздник. Потому что в этот день мы видим вас, молодые лица, совсем молодые, юные, повзрослевшие. Мы видим свое будущее. Будущее своей Калмыкии, будущее нашей страны. Сегодня здесь, на небольшой нашей площади, я увидел, и все мы увидели, такое многообразие, разнообразие активных занятий нашей молодежи, нашей детворы. Мы увидели, что, несмотря на иногда старшее поколение немножко брезжит, ворчит, но несмотря ни на что, наша молодежь самая лучшая, позитивная, положительная, яркая, одаренная, талантливая во всех сферах. Это и спорт, это и культура, национальное искусство и учеба, конечно. Я искренне рад приветствовать нас всех с нашим хорошим, красивым праздником. Я искренне рад видеть здесь, пусть небольшую, но такую яркую часть нашей огромной молодой гвардии. Молодой гвардии республики, молодой гвардии Калмыкии, молодой гвардии страны. Я от всей души хочу пожелать вам удачи. Хочу пожелать человеческого счастья. Не сегодня, а завтра вы все войдете во взрослую жизнь. Сохраните с собой юношеский задор. Сохраните молодой огонь в ваших сердцах, в ваших глазах. И сделайте все возможное и невозможное для того, чтобы сделать жизнь нашей республики, нашей страны лучше и краше. В добрый путь! Цаган халхта!